Всем привет, анаполюбители! Вы на канале «Анапчане», с вами Наташа, 11 июня 2023-го. Мы сегодня с вами приехали в ДжМТ, находимся в районе аквапарка «Тики-Так». По прогнозу сегодня переменная облачность, температура воздуха около плюс 24 градусов. И прогноз пока оправдывается. Смотрите, какое живописное небо. Помимо всего прочего, еще сегодня и ветрено. Ветерок очень освежающий. При невысокой температуре, прямо скажем, сегодня, 11 июня, в Анапе прохладно. Давайте посмотрим, есть ли люди в аквапарке и какая стоимость посещения аквапарка. Кстати, смотрите, какая очень красивая прилегающая территория с цветущими розами. Здесь все очень уютненько. Так, стоимость билетов взрослый 2000, детский 1200. Режим работы с 10 утра до 6 вечера. Сейчас у нас уже 11 дня. И вот мы с вами видим, что люди некоторые планируют повеселиться в аквапарке. Вода, кстати, не подогреваемая в бассейнах аквапарка, поэтому она такая же холодная, как и в море. Ну, может быть, немного теплее. А так-то из воды вылезать солнышко не греет. К сожалению, пока что все никак. Мы не можем в Анапе похвастаться устойчивой жаркой погодой. Так, сейчас пройдем немножко дальше и через ворота посмотрим, есть ли люди и в каком количестве. Рядом с аквапарком Тики-Так находится в ДжМТ парк аттракционов детский «Солнечный остров». Яркий, красочный, с большим количеством каруселей, но рассчитан в основном для маленьких деток. То есть вот таких вот прямо экстремальных каруселей тут мало. За экстремальными каруселями приезжайте в парк аттракционов в Анапе. Ну что? Вот если присмотреться, людей в аквапарке пока нет. Возможно, еще ранние часы для аквапарка, хоть и не работает с 10, но, видимо, люди ждут, пока станет потеплее, чтобы комфортнее было здесь купаться и загорать. И я думаю, вот, кстати, как раз-таки вот в такую не очень пляжную погоду аквапарк хороший вариант. Ну, давайте посмотрим. Бассейны, горки. Опять же, если поэкстремальней и поинтересней вы хотите, то это аквапарк в Анапе. Но с учетом того, что когда-то в курортном поселке ДжМТ не было и всего вот этого, то за последние лет 15, конечно же, поселок развился в плане развлечений, досуга для отдыхающих. Представьте, вот когда-то ДжМТ это был пляж и частный сектор, и гостиниц толком не было. Потом, конечно же, все больше и больше стало появляться гостиниц, отелей. Все включено, по системе все включено. И вот, разумеется, чем больше отелей, тем больше отдыхающих, и тем больше для них нужно условий для комфортного, интересного, впечатляющего отдыха. Здесь вот в том числе тоннельный океанариум и рядом прокат машинок. Площадь довольно такая просторная для езды детей на этих электромобильчиках. Но, тем не менее, все равно это пешеходная часть, и здесь нужно быть аккуратным. Я имею в виду пешеходом, да. Смотрите, что еще, на что хочу обратить внимание. Здесь вот соки, вот сладости. В общем, такой стандартный набор.
А вот здесь вот торговые точки в небольшом количестве. И вот смотрите, есть прокат велосипедов, самокатов и детских колясок. Я подходила, узнавала, стоимость 250 рублей в день, в сутки коляски. То есть, вот, друзья, если вы с маленьким... Да, спасибо. Если вы с маленьким ребенком, то вот, пожалуйста, можете приходить, и ваша проблема с коляской будет здесь решена. Вся вот эта развлекательная красота находится в Джимыте, в районе Джимытинского проезда. То есть, если вы будете отдыхать в районе первого проезда или гостевого, это еще два основных выхода на пляж в Джимыте, то за развлечений вам нужно будет вот направляться сюда. Ну а кто останавливается в гостевых домах и отелях в районе Джимытинского проезда, для тех рукой подать до всех этих развлекаловок. Вот, кстати, Джимыте-1 арка знаменует проход на пляж через Джимытинский проезд. Кстати, раз за разом, когда приезжаю в Джимыте, наблюдаю вот за вот этими деревьями, которые подрезали в апреле или в мае, по весне, короче, кронировали их. Были такие лапки отпиленные, некрасивые. Но смотрите, сейчас постепенно начинают веточки образовываться. Конечно же, тенистой зелени вряд ли мы дождемся, но хоть что-то посимпатичнее стало. Здесь также возле аквапарка у нас есть продуктовый магазин и столовые. Столовые есть, общепит. В районе основных проездов, проходов к пляжу очень хорошо развит. Ну вот видите, как сменяется погода. Только что светило солнышко, в момент спряталось за облака и стало по виду грустненько. Но это только по виду, по настроению, конечно же, в Анапе, мне кажется, грустить прямо такие неблагодарное занятие. Кстати, вот в районе Джимыте есть жилой комплекс, апартамент. И благодаря ему в Джимыте появилась возможность снять не только комнату в гостевом доме, но и квартиру. Да, квартиру буквально там в 5 минутах от пляжа. Ну что, перешли мы с вами проезжую часть и окунаемся с вами в курортный Южный базар с большущим количеством всякого разного. По сути, рынки все в Анапе одинаковые, с одним и тем же ассортиментом, но этот ассортимент, смотрите, вплоть вот до икон. Даже икону можно приобрести на отдыхе в Анапе. Так, лежаки, зонты и ласты от 300 рублей. Маски с трубками. Полотенца, обувь, головные уборы. Все это перемежается с точками по продаже овощей и фруктов, продуктовыми магазинами и точками общепита. Если в столовой какая-то пища пошла не так, то вот рядом аптека. Можно позаботиться о лекарствах от какого-нибудь расстройства пищеварения. Ну и также, если вдруг вы простыли, потому что вода в море пока прохладная, а люди все равно купаются. Куда деваться? Приехали на отдых. Ну что делать? В том числе с детками лезут в море. И вот буквально в комментарии к сегодняшнему видео одна женщина пишет, что вот возвращаются из Анапы, и маленькие детки с кашлем возвращаются к себе по домам из Анапы. Называется «Отдохнули». В том числе, смотрите, вот такие вкусности, ароматные чаи в большом ассортименте, сладости. Правда, вот они вот так вот, мне не очень нравятся, прямо на свежем воздухе,
заветриваются, запыливаются. Не знаю. Вот, лучше, мне кажется, вот такие вот восточные сладости покупать в упаковках. В том числе можно себе приобрести в подарок, ну как себе, и родственникам. Вот такие сувенирные наборчики. Как видите, проход на пляж небольшой. Несколько минут, и мы с вами уже почти на пляже. Когда-то вот именно в этом месте, вот здесь, начинался уже пляж. Начинался песочек, начинался такой большой, высокий бархан, через который нужно было перелезать, чтобы добраться до пляжа. Ну, это все история теперь, дела давно минувших дней. Вот красота. А почем клубничка ваша? 250. 250. Это килограмм или вот за это килограмм. За килограмм, да? А черешня почем? Черешня 300-350. Ну она вот у вас откуда? Местная. Это местная? Конечно. 300-350. Угу. Но персики еще не местные, да? Нет. Они почем? 200 рублей. 200 рублей. А помидорчики? 150. 150. Спасибо. Опять же, вот еще одна столовая на первом этаже одного из гостевых домов. Ну, слушайте, вот мы с вами идем. Время приближается к полудню, и все становится теплее и теплее. Возможно, здесь, возле пляжа, покомфортнее, чем возле аквапарка, откуда мы с вами начинали наш путь. Африканские косички. Смотрите, как одет человек, который заплетает косички. Видно, что ему прохладно. Прямо рядом с выходом на пляж, смотрите, игрушки, всякие плавательные средства. В общем, как говорят, в Анапу можно почти все забыть. Главное, чтобы деньги были, потому что все в Анапе можно купить. Также рядом с входом на пляж туалет 30 рублей, душ 30 рублей. Так, вот тут видите, две дорожки. Одна ведет как бы на общую территорию, а другая, видимо, на пляж отеля. Здесь у нас находятся отели Гранд Круиз и Гранд Прибой. Вот, большие два отеля. По системе все включено. У них, конечно же, свои пляжи, свои пляжные территории, на которых лежаки под навесами ходят в стоимости для отдыхающих этих отелей. Вот, кстати, наглядно можно увидеть, насколько удобны вот эти дощатые дорожки для мам с детьми в колясках. Вот. Красота. Ну и посмотрим заодно, сколько стоят лежаки под навесами. До обеда 200, после обеда 200, а если на целый день, 300 рублей. С 8 утра до 8 вечера. Ну что, опять же, смотрим и учитываем, что основная масса людей, наверное, на пляж придет к 12, может быть, даже к часу. Не торопится, именно потому, что пока что в Анапе не жарко, нет пекла, поэтому можно отсыпаться сколько угодно. Ух, ну, поддувает, скажу я вам, знатно. И с моря этот ветер очень и очень свежий и напористый. Думаю, в раздетом виде еще прохладнее, чем в майке и в шортах. Но, в принципе, если мы присмотримся, людей немало. В том числе и в море. Смотрите, волны такие, что, по идее, должно быть купание запрещено, да. Ну вот, кстати, да. Посмотрим вот вперед, видите, спасательный пункт с красным флагом впереди. Купание запрещено. Но люди все равно прыгают на волнах. Надеюсь, у нас получится измерить температуру воды в море.
при таком небольшом штормике. Надеюсь, мне удастся зайти. Слушайте, но по данным на мелководье 22,5 градуса. Но вот смотрите, у меня, например, гусиная кожа. То есть для меня сегодняшнее сочетание напористого ветра холодного и температуры воды в море, не доходящей до 25 градусов, ну и вообще, наверное, температура воздуха тоже такая, не жаркая. Мы тоже ее измерим. Так вот, сочетание всего этого для меня неприемлемо. То есть, вот для меня сегодняшняя погода не пляжная, не пляжная. Но посмотрите, какая красота! Все-таки, как же это красиво! Штормящее море с этими белыми барашками. Водичка, разумеется, в такой шторм чистая. Все, что там накапливалось, где-то скапливались какие-то чагитины, все это, разумеется, унесло в море. И как только шторм закончится, а море успокоится, то вот какое-то время первое вода будет спокойной и чистой. И вот тогда будет самый кайф, наверное, для купания. Ну вот, опять же, вернемся. Температура воды в море плюс 22,5 градуса на мелководье. На мелководье на глубине около плюс 19 градусов. И казалось бы, вот, ну нормально же уже, да? Ну, в общем, уже приближенная к 25 градусам. Но все равно то дождь и пасмурно. То вот сегодня вроде бы не пасмурно, но ветер сильный. И вот никак, никак мы в Анапе не дождемся идеальных условий пляжного отдыха. Купаются, друзья, купаются, в том числе с детками, в том числе с маленькими детками. Ну а что? GMT – это как раз одно из лучших мест России для отдыха как раз-таки с маленькими детьми, из-за того, что здесь у нас мелководное море. Заход в море продолжительно мелкий. Но папа, спасай положение, хоть как-то искупаться. Слушайте, ну я представляю, как им холодно. Тут даже когда 25 градусов, заходишь в воду, и когда вот первое соприкосновение с водой, тело сжимается. А сейчас, ух, больше, наверное, не купание на отдыхе в Анапе, а такой процесс закалки. Но все равно все это очень прикольно и позитивно. Конечно же, нужно соблюдать крайнюю осторожность при купании в такой шторм. Море мелководное, достаточно зайти по бедро и все, и дальше не заходить. Заходите по бедро, и вас волна накрывает, все, вы, считай, искупались. Все, готовы? Малышня искупалась. Я вот думаю, даже если бы не было бы шторма, и при температуре воды в море, какая сейчас, не очень комфортная, наверное, купающихся было бы меньше, чем при той же температуре и со штормом. Да, прыгать на волнах крайне увлекательно, и тут уже не обращаешь, наверное, внимания на то, что море-то и не очень-то теплое. Граждане, отдыхающие, купание запрещено. Ну, вот нет-нет, да, спасатель заботливо пройдет вдоль берега и напомнит отдыхающим, что купание запрещено. А температура-то воздуха тоже не ахти сегодня. У моря, смотрите, всего плюс 23 градуса, сейчас около полудня. В общем, денек такой, бодрячком. И, как я уже говорила, для меня, допустим, уже совсем даже не пляжный день. Мне было бы холодно раздеться, тем более зайти в воду.
Я бы, друзья, хотела бы вас обрадовать прогнозами, но, к сожалению, нечем. В ближайшие дни по прогнозу такие же сдержанные температуры воздуха, следовательно, и морю нечего будет прогреваться. Переменная облачность, возможно, даже дожди дойдут до Анапы. Так-то они по соседству, по Краснодарскому краю, и ливни с градом достается многим, в том числе подтопляет населенные пункты. Анапу в этом смысле бережет в этом году. То есть, если дождик есть, то он незначительный, почти незаметный. Ну вот, вот такая погода в первой половине июня 2023-го. Тем не менее, мне кажется, люди, которые жаждут отдыха, они все равно и в такую погоду у них получится отдыхать. И все равно, лето-то неизбежно, но все равно придет, просто задерживается. То есть жара и пекло все равно ждет вас в Анапе. Так что приезжайте и подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал и в том числе подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы оперативно выкладываем видео и фото с пляжей, потому что видео, материал для Ютуба нужно время, чтобы обработать, опубликовать. А в телеграме вы вот прямо в реальном времени будете получать информацию с пляжи о погоде. Так что подписывайтесь. Все ссылочки будут в подписи внизу к этому видео. Все, друзья, всем до новых встреч. Увидимся в самом ближайшем времени.